Всем привет! Сегодня я зашла в свою теплицу, а у меня томат-ухажер только начинает спеть. Только одна помидоринка начала бореть. Я немного не поняла, почему же все помидоры уже, можно сказать, отходят, а этот помидор только начинает спеть. Хорошо, что у меня остался пакетик от семян. Я его достала, и оказывается, он среднеспелый. Очень вкусный, мясистый, но я его еще не пробовала. Так здесь написано. А я вам сейчас покажу, как он выглядит на 25 августа этого года. Что я хочу сказать про этот сорт. Завязываются гроздочки у этого сорта очень красивые. Я вам сейчас даже покажу одну из них. Смотрите, какая прелесть. Но этот сорт поздний. По крайней мере, у меня он начал созревать совсем недавно. И то, можно сказать, что только начинает вот что-то там буреть. Грозди, конечно, красивые, особенно нижняя. Верхние, они уже не такие обильные. Сорт этот перерос свой рост, который был написан, примерно около 2 метров, 1,70 м. Это уже верхушечки. Ну так в основном перерастают все низкорослые сорта в теплице. Они немножко как бы вверх растут. Первые грозди вот такие красивенные. Вот они. И вот гроздочка красивая. Но, к сожалению, я их еще не пробовала. Все, надеюсь, что этот сорт успеет созреть. Я хотя бы посмотрю, какой он на вкус. Так что этот ухажер какой-то заторможенный ухажер. Вот так смотрится гроздочка с этой стороны. Очень красиво. Но, к сожалению, пока не хочет спеть. Попробую на следующий год посадить еще один или 2 кустика. Может, это просто что-то сбой у него пошел, и он так не захотел раньше спеть. Непонятно как-то. Ну, а так вроде завязывается хорошо.